Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова. И сегодня у нас топ-10 из каталога номер 13 компании Oriflame. Для чего нужно выбрать свой топ-10 на месяц, ну хотя бы топ-5? Для того, чтобы вам было о чем говорить с вашими клиентами или потенциальными клиентами. А сегодня буквально я встречалась с одной своей старинной знакомой. Мы случайно встретились на улице, разговорились о косметике, вот она пришла ко мне в офис и сделала очень приличный заказ. И в конце, когда она уходила, она сказала: «Ты знаешь, у нас на работе есть консультант Oriflame, и она нам приносит каталоги, но у нее ничего не хочется заказывать». Я говорю: «Почему?» Она говорит: «Ничего не рассказывает, просто, она просто дает каталог, говорит: смотрите, заказывайте». А мне, говорит, нравится, что ты рассказываешь о продукции, помогаешь определиться с выбором. И вот она хотела заказать один тональный крем, в результате у нее заказ из 10 позиций, и мы будем оформлять дисконт, потому что я объяснила, как это выгодно, особенно, когда в заказе есть витамины. Понимаете, да, о чем я? Так вот, для чего нужно сделать такую подборку? Естественно, вы не можете знать всю продукцию досконально хорошо, то есть рассказывать о каждом продукте не так уж и интересно, но нужно знать некоторые продукты, которые будут, вот, знаете, как зажигать желание приобрести их. То есть вы показываете, вкусненько рассказываете, и человек принимает решение, хочет или не хочет. Какие продукты выбрала я? У меня здесь 10 закладочек, и я начну с самого начала. Я думаю, что топовый, самый такой популярный продукт — это будет новая тональная основа Giordani Gold. Я уже ее попробовала на руке, завтра буду пробовать на себе уже. У меня появилась такая возможность. Это матирующая пудровая тональная основа. То есть при контакте с кожей она сразу превращается в пудру. 4 прикольных оттенка. Я себе выбрала слоновая кость, оттенок буду заказывать. И что мне понравилось, она рекомендована для обладателей жирной кожи, но так как содержится экстракт морских водорослей, где-то я читала про это, они увлажняют кожу, делают ее более эластичной. Поэтому я думаю, что даже на такой коже, как у меня, это нормальная кожа, летом она немного бывает, какие-то выделения, но небольшие. То есть я думаю, что мне будет комфортно с такой тональной основой, особенно если вниз положить праймер. Поэтому я ее буду брать сама и всем про нее с удовольствием рассказываю. Следующая моя закладка — это помада. Можете, кстати, у меня на канале уже посмотреть обзор и тональных средств, и помады, и многих других продуктов, которые вот в новинках у нас есть. То есть я уже все это потестила. По поводу помады, что я хочу сказать. Невероятно оказалось, что каждую помаду, которую я красила, мне они все нравились. Я была удивлена, потому что обычно мне хоть какие-то цвета нравятся, но в основном не то, что не нравятся, они мне не подходят. В этом же случае мне нравились все помады, и даже судя по вашим комментариям, многие писали то же самое, что думаю я, что идут все, но если выбирать одну, то дымчатый топаз. Да, это оказалась такая нейтральная помада. И по качеству она будет точно такая же, как наша с вами уже полюбившаяся помада. У меня таких 4 оттенка именно вот в такой упаковке. Почему я взяла показать свою старую помаду? Не знаю, какая попалась, розовенькая. У меня 4 или 5 именно из этой коллекции. Я их люблю за легкость, прозрачность и как они классно увлажняют губы. Меня кто-то спрашивал, насколько сильный пигмент в помаде. Нет, она не ярко пигментирована. То есть те помады, которые светлые, они прям светло-светло ложатся на губы. Но те, которые яркие, темные, они достаточно насыщенные. То есть именно вот то, что я люблю, чтобы она не лежала таким вот, как сказать, толстым слоем, таким непроницаемым, а мне нравится какая-то легкость и воздушность макияжа. И помада Giordani Gold именно из этой коллекции, она вот соответствует моим предпочтениям. Если же вы любите более плотную помаду, то вам, наверное, стоит посмотреть, ну, какие-то другие серии. Кстати, On Color новинка, она вот именно плотная, хорошо лежит и тоже неплохая помада. Вот, но мы говорим о помаде, которая, мне кажется, будет очень пользоваться популярностью. Потому что осенью, когда идет смена сезона, всегда хочется и новые оттенки. Меняется гардероб, меняется цветовая гамма. А макияж мы всегда подбираем под одежду. Некоторые подбирают под глаза там как-то, но нет. Мы макияж подбираем под одежду, чтобы усилить эффект от нашу подачу усилить. Вот так вот правильно сказать. То есть мы и аксессуары, и
помаду и тени мы все должны подобрать так, чтобы это гармонично смотрелось вместе. Следующая моя закладка, то, что я буду рекомендовать всем, абсолютно, даже себе, скорее всего, такую штуку возьму, хотя мне, в принципе, она не нужна, но не знаю. У меня еще есть салфеточки, но я ее рекомендую всем, у кого жирная кожа, потому что, как показывает практика, что большее количество женщин это обладают либо комбинированной кожей, либо склонной к жирности. И зачастую, когда даже я вижу, что у женщины кожа нормальная, но немного выраженная эта зона, она все равно утверждает, что кожа жирная. Почему? Потому что выделяется сальное сало, да, вот этот сальный жир. И эти спонжи, их два, и они в очень удобном чехле, в пластиковом зеркале. Их можно стирать, то есть они будут долгоиграющие. Если наши салфеточки, вот, которыми я иногда пользуюсь, кстати, в поездку их всегда с собой беру, очень удобно подправить макияж, потому что много фотографируемся в путешествии. А я не люблю замазывать пудрой то, что идут какие-то выделения. То есть мне важно это все убрать. И уже потом можно припудриться. Так вот, именно эти спонжи, они собирают это сало. Представляете, как удобно. Собрали, чехольчик положили, дома постирали, хорошо просушили и опять пользуемся. Ну, то есть, это такая штука долгоиграющая, очень-очень-очень удобно. Следующая страничка. То, что я... У меня уже есть много заказов на это. То есть, у меня идут регистрации вот на этот продукт. Это осветляющая серия. Я не часто в топовые продукты беру уход за лицом, хотя можно тут все брать. Я все время рекомендую уход за лицом, то есть это наша фишка, визитная карточка. Но я хочу сказать, что именно осветляющая серия, она сейчас очень актуальна, потому что после лета многие покрылись пятнами, нежелательно это пигментация, коричневые пятна на лице очень старят кожу визуально, лицо выглядит усталым, стареньким таким, изнеможденным. Ну, нереальная разница, когда вот стоит замазать все пятна, лицо становится сразу таким эффектным, таким красивым, сияющим. Так вот, замазывать пятна — это не вариант, потому что мы не все время ходим в шпаклевке, правильно? И не все корректоры перекрывают пигментацию, особенно если ее много на лице. Так вот, эта серия проверена. Дважды я проделывала уход полный этой серии. И за эти 3 месяца у меня кожа полностью очищалась от пигментных пятен. Для меня это важно, потому что я люблю, чтобы лицо было чистое. Тем более, что я постоянно работаю с людьми, у меня постоянно проходят встречи, записи, фотосессии. Поэтому я люблю, чтобы лицо было чистое. И я уже на собственном опыте делюсь, что да, действительно, эта серия работает, есть эффект. Поэтому я ее с удовольствием рекомендую. Следующая закладочка. А это страница 79, серия, которая включает в себя масло чайного дерева. Да, да, именно о нем я всегда говорю. И сейчас, в тот момент, когда у нас идет смена климата, из лета мы переходим в осень, начнутся сырость, слякоть, дожди, холод, перепад температур, в квартирах еще холодно, то зачастую очень много простудных заболеваний происходит с людьми. И дети пошли в садики, в школы, то есть, да, пошло это переопыление. Не всегда желательно. Так вот, что это за масло? Это тот самый маленький волшебник, который помогает мне и моей семье быстро принять меры по, как сказать, по обеззараживанию, обезвреживанию нежелательных каких-то там вирусов. Это реально очень круто помогает. Посмотрите, просто в любом поисковике введите запрос, как использовать масло чайного дерева, как его применить, как лечиться им. И вы найдете кучу рекомендаций, что можно делать с этим маслом. Его можно и в нос закапывать, горло полоскать, все ранки абсолютно лечить, и перхоть, и, я не знаю, ожоги. Ожоги — это вообще просто фантастика, как он лечит. То есть все, что вот можно им делать, там целый огромный список. Но особенно касается профилактики простудных заболеваний. Можно просто дома ставить аромалампу, делать несколько капелек этого масла, и будет потрясающе, да, ароматизировать вся квартира и обеззараживаться. Также деткам можно перед выходом в школу или в садик в носики обрабатывать. То есть раньше мама покупала какую-то мазь, не помню, как она называется. Но масло прекрасно обеззараживает, то есть также нанести в носик, и он не пропустит в себя никакие вирусы. Следующая закладочка. Открываем.
Да, я думаю, что это тоже актуально, потому что начинаются платки, шапки, сухой шампунь, он очень помогает быстренько привести себя в порядок. Я не знаю, я все время его рекомендую всем, у меня он тоже есть в заказах частенько, но в этот раз я буду заказывать сиреневый, потому что зеленый он имеет какой-то очень громкий, неприятный аромат. То есть мы прям вот делаем это быстро в ванной, быстро дверь закрываем, включаем вытяжку, чтобы этот аромат ушел. Но когда выветривается, волосы пахнут приятно, но в момент, когда это все распыляется, это очень ужасно. Для чего он нужен? Это сухой шампунь, для того, чтобы быстренько привести прическу в порядок. Серия Hair X – это профессиональная серия уходовая в Oriflame. И шампунь надолго хватает, очень удобен для путешествий. Кто часто ездит в командировки, летает в самолетах, потому что волосы грязнятся быстрее всего в поезде и в самолете. Я не знаю почему. Так, как им пользоваться? Нужно хорошо-хорошо взбултыхать. Распределить, если попшикать, тут, да, есть специальный дозатор, то есть прям на корне несколько пшиков я делаю на расстоянии где-то 15-20 сантиметров от головы. Потом руками вот так нужно взбить волосы, взбить, расческой расчесать, все счесать, и еще раз взбить волосы руками. И все. То есть будет вот такой вот хороший эффект чистой головы. Далее. Да, серия Элио. Тоже, если уж говорим про волосы, то после лета зачастую волосы страдают у многих от солнца, пережигаются, от морской воды у многих волосы становятся, ну, меняют структуру, они становятся жесткими, ломкими. И серия Элио, вот как раз она сейчас полностью вся новенькая, я ее достала, начну пользоваться, шампунь, бальзам и чудесная маска. Может быть, серия дорого покажется стоит, но она стоит этих денег. Тут все, начиная от упаковки, очень стильно упакована продукция. Это чудесный подарок. На самом деле это так стильно, круто выглядит, что это может стать классным подарком. Далее, аромат просто, ну вот просто очень классный аромат. Волосы пахнут долго, и когда процесс сам мытья волос, бальзам на волосы носить, все это очень приятно. И сохраняется вкус на волосах долго. Еще мне нравится качество волос. То есть они становятся шелковые, такие мягкие, рассыпчатые. То есть мне очень подходит эта серия. Но был случай у меня у одной девушки, эта серия не подошла. Поэтому я не могу сказать, что это гарант, что всем подойдет. Конечно, нет, мы все разные. А для кого-то одно хорошо, для другого совсем нет. И мне не вся продукция подходит в Oriflame. Но я говорю сейчас о том, что у меня вызывает восторг и восхищение. Следующая закладка, тоже скидка 50%, надо устроить у себя спа-салон. Согласитесь, что сейчас время такое, много стрессов, у людей много проблем, началась школа, кончились отпуска, как бы вот этот холод начинается. Для многих людей это стресс, и если стресс не нейтрализовать, не предупредить их, то они, накапливаясь, перерастают в что-то нехорошее. Это могут быть и болезни, и срывы, и так далее. Надо просто устраивать спа-салон. Поэтому можно не ходить в салоны красоты, делать дорогостоящие процедуры. Можно купить несколько продуктов и устроить себе дома такую роскошную процедуру, которая действительно вот снимет стресс и порадует вас. Эту процедуру можно делать с любимым человеком вместе. Смотрите, что у нас здесь порадует. Мне очень нравится масло для ванной. Масло для ванны, вот оно как раз у меня есть. Мы принимаем масло с этим маслом в ванну. Очень приятная, расслабляющая такая штука. Аромат морской, такой нейтральный. То есть здесь нет никаких приторных фруктовых ноток. Нет, это именно такой морской аромат, как вот принято в сериях спа. Далее, мне очень нравится вот эта пенящая штучка. Я восхищаясь своей кожей, после этого масла она становится мягкая, как у младенца. Как я им пользуюсь? Надо хорошенько распарить кожу, то есть полежать в ванной или постоять под душем, потом нанести ее на тело, на мокрую кожу, и она вот из этого, вот эта вот желтая жидкость, масло прям, она становится белым на коже при контакте с водой, она становится просто беленьким, немножко пенится, не сильно, там не будет никакой пены огромной, нет, такого вы не ждите.
Вот, масло сильно, не сильно пенится, то есть чуть-чуть такая беленькая пеночка появляется. Вот, можно мочалочкой поработать. Мне нравятся наши рукавички. Я их давно не вижу в каталоге, но в любом случае у нас перчатки частенько в каталоге бывают специальные для мытья. Рекомендую сразу брать две, чтобы две ручки были. И начинается вот этот вот массаж. Лучше, чтобы вам его кто-то сделал, а потом вы сделали своему партнеру. Потому что, когда на двух руках одеты рукавички, вот это маслица, все это скользит, идет качественная проработка каждого кусочка тела, каждого участочек. Просто пилинг прекрасный, отшелушивание. И масло напитывает кожу. То есть, купаясь, мы сразу даем мощное увлажнение. То есть, полежали в ванной, накупались этим маслом. Вообще просто фантастика. И еще я в восторге от нашего скраба. Но честно, я его прям по капельке расходую, никому не даю. Он, да, он дорогой. Сейчас скажу, сколько банка стоит. 569 рублей. Да, цена впечатляющая за 200 миллилитров. Но у него небольшой расход на самом деле. Вот такая вот банка. Это у меня уже третья, по-моему, банка. Только она у меня почему-то эта попалась, плохо открывающаяся крышка. Я ее никак не могу открывать. Она как-то странно себя ведет. Вот, открыла. Вот, смотрите, вот такой вот скраб, то есть тут мельчайшие вот эти частички отшелушивающие, скраб содержит в себе масла уже, вот после него просто, ну просто наслаждение. Вот для меня, просто я для себя устраиваю такие праздники периодически, хотя у меня, я не могу сказать, что у меня много стресса в жизни, потом закрою, но я себе праздники устраиваю заранее, чтобы не накапливались стрессы. То есть не надо ждать, когда вы устали, уже все прям готовы там упасть в обморок и расплакаться. Не надо. Устраивайте себе праздники каждую неделю. Например, запланируйте, что пятница вечер – это спа-салон. И делайте маски, бальзамы на волосы, делайте уход за телом, валяйтесь в ванной, слушайте музыку, пейте любимые напитки, даже если это алкогольные, да, в небольшом количестве это может быть полезно. Вот, кстати, это рукавичка, то есть перчатка, которую я рекомендую брать две штуки. У меня такие две желтые рукавички. Так, все, я вам про эту серию рассказала. Я единственное, что не рассказала, что здесь волшебное крем-масло для тела, но оно у меня закончилось за 2 недели. Просто это бомбический продукт. О, крутая кожа с ним становится, но такой большой расход и достаточно так недешево. То есть это для тех, кто себя действительно любит, там на 100%. И увлажняющее масло для тела, я его даже не успела попробовать, у меня дочка его все использовала, моментально просто. Дальше, следующая страничка. О, я не взяла этот бочонок, но я думаю, что его знают все. Я рекомендую показать клиентам этот бочонок. Бочонок меда. Вот он. Мед и молоко в одном флаконе. Это большая банка, 250 мл. Такая вот целый стакан медового крема. Он ароматнейший просто. Я когда им пользуюсь, у меня потом постель, пижамка, то есть маечка, в чем я сплю, у меня все долго пахнет. Мне очень нравится, какая кожа от него, оно хорошо впитывается, нет липкости. Вот я всегда смотрю, я не люблю, когда липкие остаются после крема, там для рук или для лица. Мне важно, чтобы он впитался, и вот на ощупь все было такое вот шелковистое. Вот этот крем, он оставляет и приятный аромат, но это опять же на любителя. Если вы любите такие вот сладенькие, ну, мед, молоко, вот представьте, да, почувствуйте себя Клеопатрой. Вот, именно про этот крем я рекомендую прям рассказывать от души. И отличная новость, у нас вышла целая линейка новых средств для интимной гигиены. Их много, они все разные. У меня уже заказ есть на... для девочек, для молоденьких девочек, это последняя страничка. И я рекомендую вам обратить внимание на смягчающий лосьон. Вот этот вот крем, вы знаете, я думаю, что это то, что нужно каждой женщине. Это для того, чтобы обрабатывать интимные, да, места, для того, чтобы там было все мягенько, гладенько, чистенько, красивенько, особенно когда есть какие-то проблемы, может быть, у кого-то сухость. Я слышала даже, что женщины этим средством лечат геморрой. Вот. Мне просто рассказали, я не знала. Поэтому я вам об этом говорю, хотя, может быть, об этом и надо говорить. И да, надо попробовать, конечно, у кого есть проблемы, то что, может быть, именно этот лосьончик вам поможет, потому что он специальный для интимных мест. Вот.
На этом топ-10 мой закончен. Видите, 10 закладочек. Я, конечно же, не говорю обо всем с клиентами, но я нахожу потребность, если мне человек говорит, мне что-то для кожи, а то кожа сохнет. Я буду говорить о спа и о медовом. А если человек говорит, мне нужно для волос, я буду говорить об элео. Спрашиваю, как быстро пачкаются волосы, да, предложу сухой шампунь. А у кого проблема, там маленькие детки, царапки всякие, там ушибы, упады, я буду говорить с ними об этом продукте, масло чайного дерева и так далее. То есть мы говорим с человеком о том, что ему нужно. Не надо ему там втюхивать, пытаться продать весь каталог. Нет, завяжите разговор, помогите человеку решить какую-то задачу. Как только вы одну маленькую задачу решите человеку, человеком, поверьте, что он станет вашим навсегда. И уже будет все время с вами общаться. Поэтому изучайте продукцию, старайтесь стать профи. Не просто «Найдите каталог, смотрите, заказывайте». Да, постарайтесь сначала подружиться с человеком через каталог, завязать разговор и постарайтесь найти первую маленькую потребность и решите ее, потому что в нашем каталоге есть все. Все для каждого человека, и решить можно, мне кажется, любую задачу, которая с нашей внешностью связана. Вот, все, чуть я долго заболталась. Спасибо вам за внимание. Желаю вам чудесного 13-го каталога. Пусть он будет еще лучше, чем предыдущий. А он будет лучше, потому что уже люди пережили некий стресс, связанный с 1 сентября, вернулись с отпусков и готовы менять образ. Поэтому давайте делать им предложения. Охватывайте как можно больше людей, показывайте каталоги смело и спрашивайте, что человеку нужно. И тогда у вас всегда будут заказы, и вы всегда будете в премьер-клубе. Спасибо за внимание. Если видео полезно, с вас лайк, как обычно. Пишите в комментариях обратную связь, какой ваш топ-10 продуктов, тоже интересно. И до новых встреч в наших видео. С вами была Лилия Донского. Пока-пока. GoPro Stop Video.